Свинья добралась и до Томилина. Масштабный антимусорный рейд проходит по всему городскому округу. Акция под хэштегом «Свинья» стартовала несколько месяцев назад по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Во всех муниципалитетах проходят рейды по выявлению несанкционированных свалок. Так, в Люберцах создано 5 бригад, которые ежедневно осуществляют проверки. В Томилине в рамках губернаторской программы «Свинья» был пойман еще один нарушитель чистоты. Глава городского округа Люберцы лично побывал на антимусорном рейде. Совместно с оперативной группой, состоящей из сотрудников Косатомтехнадзора, администрации, полиции, а также представителей общественных организаций. Женщина выкинула мусорный пакет буквально в нескольких метрах от контейнера для бытовых отходов. Объяснила она это административное правонарушение легко и непринужденно. С собой нести не хотелось. С собой нести не хотелось? А там увидела, что лежит, и положила до кучи. А сколько вы выбросили пакетов мусора? Один. Один. Ну вы же видели, что вот буквально в нескольких метрах. Не, я не видел. Я из гостей вышла, из дома. Я просто увидели мусор и выкинули вместе со всеми. Так получилось. Представитель государственных органов сразу же применил правонарушительнице штрафные санкции. Ведь, исходя из норм закона, мусор должен выбрасываться только в специально отведенных местах. Впервые совершенное административное правонарушение. Штраф по данной статье за сброс мусора составляет 4000 рублей. От 4 до 5 тысяч на физическое лицо. На данный момент в городском округе уже выписано почти 30 штрафов, сумма которых составляет около 100 тысяч рублей. И штрафуем, и людей, которые, скажем, подобным занимаются, наказываем, и придаем некой публичности, то есть и через телевидение, и через прессу, и в социальных сетях об этом говорим. Я думаю, что через какое-то воспитание, включая стыд, я думаю, мы совместно наведем порядок. Рейды за чистое Подмосковье в рамках областной акции «Свинья» проходят на территории городского округа Люберцы с 11 августа. Эта акция против незаконного выброса мусора выполняется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Это работа постоянная, системная, плановая и ежедневная. И для этого есть группы, которые работают, в ежедневном режиме отчитываются. Поэтому эта работа дальше будет продолжена. Рейды за чистоту окружающей среды под названием «Свинья» уже прошли в Егорьевском, Можайском, Волоколамском, Каширском и Сергиево-Посадском районах. Екатерина Скрижалина, Никита Скороган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.